«Вы служите, мы вас подождем». Эта фраза из песни характеризует чувства, которые испытывают родные и близкие новобранцев. В понедельник Щелковский военкомат отправил на срочную воинскую службу первых 15 ребят. С собой они увезли теплые напутственные слова. Разрешите вас поприветствовать от имени главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, пусть этот год пройдет быстро, но плодотворно, пусть принесет вам в жизни большую пользу. Мы всегда с вами рядом, успехов вам, удачи, всего самого хорошего. Это событие из разряда первостепенных по значимости с точки зрения всего дальнейшего пути молодого человека. В жизни юноши появляется первая по-настоящему государственная ответственность и обязанность – идти на службу в армию, выполнять свой конституционный долг. Александр Мачаев из «Звездного городка» готов служить в любых войсках. Предпочтения нет. Это почетный долг каждого гражданина – служить в армии. Войска не важны. Служить надо как командир подсказывает. А вообще год это как раз, наверное, чтобы только бойца подготовить. Вот, и чтобы они в себя впитывали, как можно больше старались. Вот, поменьше скучали, он пролетит этот год быстро. Вот, и готовы были, если придется, защищать Родину. Сегодня, 19 апреля, состоялась первая отправка граждан на сборный пункт, откуда они будут отправлены непосредственно уже для прохождения военной службы. Особенностями этого призыва является следующее. То есть, во-первых, все граждане, они убывают непосредственно отсюда в масках, в перчатках. Также всем гражданам на сборном пункте проводится обязательно тест на коронавирус. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.